секундомера ГАТ, Золотоуцкий часовой завод, времен СССР, в отличном состоянии. Попался, не решил снять видеообзор. Включается нажатием кнопки. Секунду побежали. Механический. Еще раз нажимаем стоп. И вот этой кнопкой сброс. Также есть маленькая шкала, тут циферблат, там минуты. Получается 60 минут можно засечь. И на второй круг, когда уже идет, то получается уже больше 60 минут. Днище выглядит вот так. С обратной стороны нанесен узор. Корпус из нержавейки. Вот такой секундомер был в СССР.